Всем привет, с вами Bubble Studio. Сегодня мы подстрижем Роталу, уберем утрикулярию, поменяем ее на Химиан Тускубу и Элио Харрис Мини. Начнем мы с того, что подстрижем Роталу, так как она уже доходит до поверхности. Стричь мы ее будем длинными изогнутыми ножницами. Все, что вы отстригли, сажаете обратно в грунт для более плотной посадки. Также я решил выдернуть весь химиантус и пересадить его чуть левее. Далее я убираю всю утрикулярию, так как, на мой взгляд, она не подходит для данной композиции. Так как аквариум только запущенный, у меня появились ничатые водоросли. Их я убираю деревянной палочкой, просто накручивая. Также я решил подровнять мхи. После всех проделанных манипуляций собираем обычным шлангом всю грязь со дна, все, что отстригли, мелкую взвесь, заодно убираем часть воды. Как я и говорил ранее, на место утрикулярии будет посажен Элио Харрис Мини от компании Тропика. Серия Want to Grow – это растения, выращенные на биогеле. Перед посадкой нам нужно будет удалить весь биогель и нарезать на небольшие порции ножницами. Также я еще решил досадить немножко кубы. Куба неизвестного производителя. И решил немножко досадить Роталой Грин. Она на обычных железных грузиках таких, тоже, собственно, без фермы. Как сажать кубы я показывал в предыдущих видео. Посчитал не лишним также показать и в этом. Делите кубы на пучки, засовываете в грунт. Собственно, все довольно просто.
Элеохарис, разделенный на пучки, также сажается, как куба. Просто утапливаете в грунт. На этом все. Все подробности в описании под видео. Всем удачи, всем пока.